Всем привет, с вами снова я, Дива, добро пожаловать на мой канал. Что-то я зачастила с видосами вне стрима. Скоро начну стримы, и я как бы вас жду на стримах, которые, наверное, должны будут уже скоро начаться, но почему-то они не начинаются, я даже не знаю почему. Причина, наверное, какая-то есть, но я ее не знаю. В общем, да, и сегодня мы смотрим видосик от The Rudy Games, как бы лайкосик, подписочка, колокольчик, и напиши... Что бы ты вот прямо сейчас под этот видос хотел съесть? Что бы я хотела? Я не знаю, что бы я хотела. Я уже поела, поэтому я не голодная. Да, такое бывает. Я бываю не голодная. Поехали смотреть. Бегу к Никите через банан. Классно, отворачиваемся. Да, о, вообще мы не попадаем. Как мы проигрываем это дерьмо, блядь? У меня нет денег, есть только злость, блядь. Я просто уроды. Да вроде не так уж и сложно, что за хуйня, неужели? Понятно. Для того, чтобы прыгнуть на геймпаде, надо сосок вниз свой. Да, покажи мне. Ну я на этом я не играл, но я представляю, что это такое. А это промокод в описании. Куда мам? Мам, давай, давай, кыш-кыш. Комендантский час, зайди и закрой дверь. Все, блядь, и не вылази нахуй. Я сюда растяжку поставлю с гранатой, а потом приду, проверю. Вышел ты или нет? Стой, я подъеду, не респавнься. Когда ты сидишь на домашнем аресте, как бы, и мама такая, я растяжку тут поставлю, потом проверю. Скажи что-нибудь. Блядь! Как кого? Информативно. Как? Нет, рано. Ладно. Вот так, давай, давай. Так, вот так. Вот так вот. Блин, ну это прикольно выглядит до поры до времени. Заебало меня уже, кстати. И вот как вот. Да прям по склону, блядь. Вот так вот. 5 километров тоже скорость. А я за тобой, брат, лечу. Можно? Это я. Давай тусить. Тупа, бля, вечеринка, апаралитика. А, еще умру, подожди. Сука, стой! Как ты меня назвал? Ты как меня назвал? Да там сзади, блядь, тролль. Где? Да вот он сзади меня. Да никого нет. Ты наркоман, блядь. Сам ты наркоман. Он сейчас меня убьет. Я просто в воздух, блядь, стреляю, да? Да, ты просто, типа, блядь. Да, сука. Я уже нарядилась для тебя вся. Сука, надень шлем обратно, пожалуйста, не пугай жителей, блядь. Ты сделал мне меч? Пиздец, этим мечом лучше тебя зарубить нахуй. Еще и напялила на себе эту хуйню. Я прихорошилась ради тебя. Ну ладно, красиво. Так умойся от говна на лице. Привет, урод. Вот так, вот так. Да сука, а блядь, топа! Стреляй, стреляй ему в голову. Смотри, в той машине дети. Давай, давай. Помогите, заберите. Блядь, ты нахуй нас взорвал, блядь. Сейчас случай. Она как портруп Никита. Блядь, да ты заеб... Да пошел. Никита. Ну почему? Я не верю, что здесь нельзя отъезжать назад. Это бред, так нельзя делать. Нельзя делать. Игры такой не существует. Не существует. Я купил, теперь я владелец этого вагона. Ты не выйдешь теперь. Прикольно. Давай обжимать это дело. Давай обжиматься. Я хочу кушать. Откроешь? Нет, нет. Нет, нет. Как тебе позвонить? Алло. 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 Я в тюрьме сижу, кстати. Через 2 секунды иди нахуй. Алло. 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 О, телефон, подожди, я хочу тебя посмотреть. Ебал. Все, поехали, поехали. Ебать машину, пизда она. А ее можно починить, интересно? Ты чинишь? Не, я хуярю тараном. Погнали. А тут админ летает, а я его арестую. Я арестовал его. Чего голубь держишь меня? Давай, блядь, в тюрьму. Раз, два, и тебе, и тебе, и вот так. Блин, красиво ты сделал. Хочешь так же сделать? Не. Нет. Что, я тебе позвоню? Мне кажется, или это сейчас тебе позвоню для интроверта выглядит как угроза реальная. Типа, тут угроза, и для интроверта это тоже угроза. А когда ты там, еще и интроверт, как бы двойная угроза. О, нет, монеточку. А я могу что-то делать вообще? Напукал. О, здравствуйте, дайте хлеба. Я не знаю, сколько сезонов в мое перерождение слись, но мне кажется, это следующий. Был бы. Вы куда убежали? Я же хлеба хотел.
Смотри, как я его примагнил. Чё это? Чисто пойдет, мы схлестнулись. Уходим, уходим, Никита, через задний ход. Он меня видит. Прощай, жизнь. А, я не взлетел, я просто пукнул. У меня такой же в жизни происходит. Я всех людей... не, не получается, я ебу лестницу. Просто ебанутый фетишист. Я убью всех людей. А, блять, я опять ебу лестницу. Да пошел ты нахуй! Ты что сейчас в инвентаре держишь? Это банка. Что за хуйня? О, у меня есть ведро картошек. Вот картошки видишь? Нихуя себе. Нахуй ты их разъебал? Ты конченый! Пизда нахуй, выложил в 14 картофеля. Оно реально сломалось? Ты не бей! Ты реально тупой! Нихуя, выровнялись! Хочешь сядеть за пулемет? Я на в кабине... Че за хуйня, блядь? Я на в кабине динамит! Подолбаю! Ого! Да ты заебал, хватит! Дай походить. Палец. Да хоть ты его туда прилепил. Давай пальцем свои ебаны ставь. Как сесть в это? Заебал! Ну хватит! Ебанские пальцы. Кэт. Ты сюда влепил? Я думаю, почему я спавнить нихуя не могу. Блять! Ты ебаный! А, не, молоко оно только пить дает больше, нежели кушать. Или ты хочешь я кушать, не пить? Я это и то хочу. Иди сюда, иди сюда. Смотри. Ты ж, сука! Да ты смотри, говно, дай еще. Это все, что было. Я каждый... Сколько? Как-то я покакал, а в какашках кукурузка была, а я не ел кукурузку. Вопрос, детишка. Кто этот сынок меня кукурузит? А, мы убили одного за раунд. И то это сделал я, на которого вы орали сосать хуяц, блядь. Я сосу. Заебись, Тима. Ля, да вы под моим покровительством вообще начали играть, кстати. Да в смысле, блядь, под твоим покровительством? Дед с ящиком пизданулся. Секс с ролями. Как вы относитесь к таким делам? Ношусь. Ты каждый раз играешь в одинчего бомжа. А Женя играет, блядь, жертву насилия. Да не, я предлагал, типа, в изнасилование сыграть. Она отказалась. Я понял, что это знак. И в следующий раз ты не спрашиваешь. Что в следующий я его не спрашиваю, последний. О, я помню эти локации. Это не смешно. Кого стреляешь, дядь? Битня, на звезду наступила опять. Давай в туалете прятаться. Не двигайся, главное не крутись. Давай, на счет три выбегаем. На счет три. Удачи. О, реально по нам стреляют. О, он застрелил бабку, а хотел тебя. Он нам помог. Просто сейчас прилетает Молотов. Ты падаешь. Так, отбегаешь? Хочешь интересную историю, почему на моста делать такой навес? Ну-ка. Короче, был один фермер. Он, короче, ехал на лошади через мост. И, типа, пошел дождь из мочи. А он захотел пить. Че ты, блядь, несешь? И подплел дом к себе. И нахуй всегда можно было пить свежую мочу. Что ты, блядь? Я всегда так заинтересован. Всем спасибо за просмотр. И те, и кто досмотрели пальцы до этого момента, у меня... Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Руди, спасибо за видос, потому что это было что-то, как я говорила. Я когда смотрю такие видосы, мне даже можно не моргать, потому что у меня глаз сам увлажняется, и я могу спокойно видеть. Вот. И это очень хорошо. Люди с плохим зрением и носящие линзы меня поймут. В общем, все. Пока-пока. If you feel like I do right now.